Ja sam Cuni, glavni sudija na ovo seravnovanje. A šta da kažem, ne znam. Ne znam šta bi ti rekao. Je. Šta ću ti reći, ne znam. Tehno kar. Broj 4. Hortika Nika. Broj 9. Lijevi. Divjati si. Normal. Olija. Broj 12. Udača. Broj 2. Desporter. Broj 1. Lviv Tim. Broj 6. Petrović. Sedam. Apsolut. Broj 10. MBK Collection. Три. Золотой карас.
Ну и осан. Вот он. И финиш. Сектор нам сейчас выпал, это самый худший из 12, которые вот сейчас есть. Тем не менее, мы очень Шумбару рады и очень его любим. И закрытие у нас происходит, то есть это последнее соревнование. В этом году. Или, да, или как говорят, крайнее. Вот оно, крайнее есть. Поэтому, может, Бог даст, что-нибудь выловим. Озеро само очень красивое, очень интересное. И я думаю, что-нибудь выловим. Да все выловят. Все. Есть просто сектора, где ну, чуть больше выловят. Есть сектора, где меньше. Но мы же приехали сюда не за призовыми, так ведь? А за то, чтобы получить удовольствие от процесса. Поэтому дай Бог всем. И ну, и можно сказать про водоем. Водоем очень интересный, очень красивый, с очень крупной рыбой. Что мне нравится, это самое, побороться с такими монстрами нигде везде получается. Так что Шумбар виват озеро. Очень хорошее. И очень нравится сюда приезжать. И я думаю, что еще много-много раз буду приезжать, если будут приглашать, во-первых. И всем-всем рыбакам очень большой привет от Латвии.
С утра вызывал, вы там, наверное, спали или что делали? Да еще рано было кормиться, когда я вам говорил. Шаран, Шаран, вызывает Сазан. Кобра и похоть, Тама сказал. Сейчас начнем шарашить. Линия закорма, крючок, длина поводка. Как у нас. To be broken, feelings are intense, words are trivial, pleasure remains, so does the pain. Words are meaningless and forgettable. All I ever wanted, all I ever needed is him in my arms. Words are very unnecessary, they can only do harm.
Не перец, не в тему. Кукуруза должна быть. Я вот этим буду закусывать. Хорошо, давай. Ну что, ты снимаешь? Уже? Зверь! Она соленая. Нормально, кукуруза хорошая, она не прокисла. Да не хочу я огурец. Да не огурец, это, блядь, это... Он не ест такое. Ну я не хочу, Рань. Оставь Амура ловить. Команда The Sporter взяли текущий бифиш на данный момент 30 кил 600 грамм. Ночью поспать не дали, по морозу бегали, фотографировали. Рассказывайте, как? Ну, честно говоря, утром сами встали. До сих пор думаем, не сон ли это. Накануне раскинулись у нас как раз. Очень весело было в секторе. У нас есть еще один член команды, который... Очень здорово веселил, наверное, еще два сектора приходило к нам. В 10 часов закинулись, выпили по чашечке кофе, выкурили по сигарету, решили пойти поспать. Буквально только легли спать, минут через 15 была поклевка была такая средненькая, то есть пик. Вот Александр подсек, у нас здесь сектор приходится залазить на пенек. Дал палку. Сплошной коряжник у нас, ловим в корягах. Долго она еще паровозила. Много обрывов. Был страх того, что заведет в коряге, потому что долго не могли остановить. Ну, потом по ощущениям понимали, что рыба тяжелая, но не было даже представления, что может быть 30. То есть, ну, думаю, ну 20, там 20 с копейками по ощущениям, да. Ну, боролись минут 15-20. В принципе, рыба вела. Вышло хорошо, да. Нормально. Вышло хорошо. Ну, а когда уже подвели в подсак, я как бы не видел, Александр стоял с подсаком. Когда уже завели, я только услышал нецензурную радость. Когда подошел, понял, Саня сразу сказал, говорит, здесь 30. Так оно и получилось. Доставали уже его вдвоем, положили на мат. Весы у нас фоксовские, они до 30 килограмм. Когда мы начали, оттарили в мешок, весы показали 30, потухли. То есть мы понимали, что больше 30 килограмм. Ну, после того позвали судей, судьи приехали, бросили на весы. Ну, судьи, когда подошли, они сами сказали, о-о-о, хвала. Взвесили, весы показали 30-600. Ну, здесь выплеск адреналина, и ночь как бы предвещали самую холодную, для нас она была самая жаркая. Конечно, всем было холодно, а нам было жарко. Да, ну, здесь, конечно, эмоции неописуемые, момент действительно запоминающийся. То есть, приятно то, что сектор мы вытянули не самый лучший. На фоне этого, то есть такая рыба только добавляет стимула. То есть даже если мы не займем первое место, то поездка на Шубар в этом сезоне оправдала. Мы даже теперь не знаем, как перебить свой рекорд. Вот. В Украине не перебьем точно. Но отдельную благодарность, наверное, хотим еще сказать нашему шеф-повару, который нас готовил. Все эти вкусняшки, которые, в принципе, рыбе нравятся, и по среднему весу нам нравится, какая рыба идет, более-менее крупная. Это Олег Фомин, отдельную ему благодарность. Готовил, сказал, что... Торговая марка Фора. То бишь, на данный момент нам все нравится. Пусть не по количеству немного, но... качество устраивает. Ну, в принципе, надеемся еще что-нибудь трофейное поймать. Можешь снять тогда. Не, рассказывайте. Он упущен. Тебе жвайк могут взять. Я. А? Рассказывайте. А, как получилось? Да. Это было ночью.
примерно 9-15. 21-15. Ну. Да. Перед этим 15 минут мы взяли рыбу больше 20 килограмм, и через 15 минут была очень хорошая поклевка. И взяли почти 30. 29-66. Что можно еще добавить? Трудовая, тяжелая. К берегу не хотел идти, хотел дома остаться, но пришлось уговаривать. Да, чуть-чуть, как говорят, договор был, если поймаем 30 килограмм, то я усы бы сбрил. Ну, еще это все впереди, но я думаю, это недолго осталось. Да. Как поймаем выше 30 килограмм, так усы сбриваю. Ну, мечта есть, конечно, поймать 30 и больше. Такая, как говорят, такая рыба не так часто бывает, может быть, даже и раз в жизни. Работаем по своей тактике. Что добавить? Добавить пока, ну, особо-то нечего. Мучились долго. Флаг как корабль. Корабль был. Окей. Пидорасы все. Да, всем привет. И скажи правду. Давай, что мы... Всем привет. Мы снова на Шумбаре. Самое интересное, что мы были весной в этом секторе и осенью в этом же секторе. То есть он вроде бы знакомый, но озеро совершенно изменилось. Вернее, погода как-то влияет. В общем, рыба совершенно не хочет клевать у нас, она не движется. Соседи ловят, мы не ловим. Ну, в общем, по всему водоему также. 2-3 сектора ловят, все остальные смотрят, наблюдают, запивают, закусывают. В общем, развлекаются всячески. Но 5 суток, поэтому у нас шансы растут с каждым днем. Надеюсь, на 4-е сутки будет бигфиш. В этом секторе мы ловили шуми. То есть крупную рыбу. Еще раз его поймаем. Осталось набраться терпения. Нормальный сон, хорошее питание. Привет команде. И забросить удочку. Да. А нас снять. Привет команде. Да, да, да. Привет! Шумбар! Можно снять шапку перед Шумбаром. Потому что Шумбар — это уникальное озеро. Уникальная рыба. Я считаю, это одно из лучших озер Европы. Есть хорошие озера на Украине, в России. Вот такого, чтобы как Шумбар. И рыба здесь очень, такая, сказать странная, не скажешь, очень своенравная. Ты можешь ей насыпать целую гору корма, бойлов, там, кукурузы. Она будет идти, она возьмет 2-3 зернышка, она возьмет 5 бойликов и все равно будет идти, не останавливаясь, и все. Поэтому у некоторых ребят вот сейчас ловят, там, допустим, с 2 до 5. Вот с 2 до 5 они ловят там несколько рыб, и вот до 2 ничего нету, и после 5 ничего нет. Хотя целый день кормят, я думаю, что там уже изменения... бровки или что-то в этом роде. Вот такая рыба. Жалко, что некоторые команды, по-моему, 2 команды еще не поймали ничего. Очень жалко. То есть они не ощутили вот этой борьбы, этого звука магического. У нас 2 суток ничего не было. 2 суток вообще ни пика даже не было. Все ночи спали. И вдруг вот час назад взяли карпы. Я думал, будет остановка сердца. Но нет, выдержали, взяли. Небольшой, килограмм 9-10. Для Шумбара я имею в виду небольшой. Для Шумбара хорошее это начинается от 15 и выше. Но также
У нас есть рекорд личный здесь. Мы поймали карпа на 2 килограмма 140 грамм. Вот откуда он здесь появился, для всех загадка. А так мы очень любим этот водоем. Уже 5 лет сюда ездим, стояли в разных местах. Что странно, 5 лет мы ни разу не попадали в один и тот же сектор. Вот очень удивительно. Люди приезжают там дважды на этот водоем и оказываются в одном и том же секторе. А мы были много раз и почему-то все разные. Ну, может быть, этим и лучше, и интереснее, хоть что-то новое. А так, ну что сказать, Хорватия, шумбар, карп, это счастье. Я считаю, что для карпятников это Мекка, которую посетить должен каждый. Хотя бы один раз в жизни. Хотя бы один раз в жизни. Ну, пожалуй, все. Хвала. Всех с наступающим Новым годом. Всем счастья. Ну, и здоровья, конечно, как это не банально, но без здоровья ты не кинешь на 150 метров, поэтому главное, чтобы было здоровье. А? 3 месяца еще до Нового года. Нет, так фильм выйдет к Новому году, поэтому... Водоем хороший. Хотел бы, чтобы половили все, но не получается. Вряд ли все погода подвела. Но будем надеяться, еще сутки есть, что откроются все. Хотя бы каждый поймает за 20. А так все хорошо. Закрытие, я думаю, удалось. Согласен. С капитаном команды. Погодка сказочная. Рыбка есть. Рыбка хорошая. Не побитая, не колотая. Вообще. Ну, поклевок, конечно, мало, но стараемся. Боремся. Остановочная нос. Ой, какой вечер. Саня, слышь? Ради одного этого вечера можно было сюда ехать. То, что мы без рыбы, это бог с ним. Мы с таким вечером. Да. Сейчас будет паровоз. Все сложилось. Все хорошо. Природа классная. Сейчас зима на улице. Скажи, снег даже. А ну тихо, капитаны. Я интервью даю. Да нет, не про Петровск. Сейчас, да. Снег, снег везде, снег. И сейчас видео ж будет в декабре. Где видео рассылаться всем. Сейчас снег, и все смотрят и вспоминают, как хорошо. Нет, действительно. Порыбачили. Но этой ночью замерз так, я думал, труба. А спальники еще? Ну, нормально. Есть, спальники. Где спальники, все. Со спальника вылезешь. А, ну когда вылезешь, да. Да. А так здорово. 5-10 минут и уже все. Так здорово. Лесочки латышам, Серега, поотрезай, пойди, чтобы они остановились хотя бы на сутки. Дайте догнаться. То никак не это. Да. Вот и все, что мы хотели. Все здорово. Что сказать про водоем? На водоеме мы находимся второй раз. Первый раз были в прошлом году, летом. Выступали же в этом секторе. Ну, более удачно. Заняли второе место. Сейчас пока, к сожалению, всего 2 рыбки. Надеемся, что рыбка все-таки будет ходить по водоему, так как движение небольшое рыбы. Ну, еще как бы поборемся. В целом, что сказать о водоеме? Водоем отличный. Водоем отличный. При поклевке до последнего не знаешь, что у тебя сидит, какая рыба. Мелкая, крупная, ну мелкой здесь практически нет. Вся рыба достойна уважения, достойна борьбы. Ну, думаю, еще поборемся за бигфишек. Стадис не согласится насчет мелкой рыбы. Стадис, говорю, не согласится насчет мелкой рыбы. 2 140 нашли. Я не знаю, где они ее ищут, такую рыбу, но
Когда у нас был зачет с 12 килограмм, и мы вытаскивали 11900, было обидно. Очень классный водоем. Реально мы удивило. Ожидали, конечно, что будет красивая природа, но озеро просто поражает. Мы обязательно уже ждем весны для того, чтобы приехать сюда еще раз. Обидно, конечно, что попали в непогоду. Не получилось половить так, как хотелось, но... Наш трофей еще впереди. Одна рыба и первая, и двадцатка, это, конечно, этого уже достаточно. А крупнее вообще ловили? Нет, это первая двадцатка в моей жизни. Надеюсь, не последняя. Не, все очень понравилось. Место шикарное просто. Мы уже вон с Эдиком договорились, сейчас забьем на май пятидневный такой отрезок времени. И в мае приедем сюда обязательно еще раз. За новыми монстрами. Да. Так что. И в целом все очень хорошо. Но не теряем надежды еще сутки. Своих 32 килограмма мы еще поймаем до отъезда. Команда «Удача», Донецкая область, место Краматорск. Приехали на Шумбар этим составом первый раз, но я был уже в том году. Здесь нам очень нравится. Команда «Деспортер», они же ученики были в том году. Сейчас нас сделала «Иди сюда», у нас с ними 60 грамм разница по Марьевке. Без жаргона. Да, поэтому вот у нас задача на Шумбаре, скажем, восстановить статус-кво. Но они уже рыбу мечты своей словили, а у нас еще желание присутствует. Поэтому только что взяли 14-ю N15, сейчас будем опять кормить. Так что не теряем надежды ворваться в тройку лидеров. Поэтому вот... У нас вот такая вот задача. А клуб 30+? Клуб 30+, ну, мечта есть у всех, я думаю, здесь присутствующих, но я думаю, возьмем 40+. Будем приглашать. Хотя бы 35. Да. Блин, а это за что? Знаешь, про важность? Ну, починаю, выпало 9 бутылок виски. Ну, прекрасное озеро, как всегда, Шумбар, є в нас така ностальгія і приємні спогади про Румунію, озеро Радуто, яке на сьогоднішній день якби існує, але Геннадій Медведєв і там хтось інший не організовував, або хтось інший не організовував вже змагання там. І на сьогоднішній день Шумбар – це така серйозна альтернатива для спортсменів карпетників половити, отримати драйв і половити насправді тяжку, хорошу рибу. От ми вже не в перший раз спробували приїхати і цього року на ці змагання. Озеро, як завжди, здивує нас своїм комфортом, судійством, хорошою тяжкою рибою. І ми справді отримали хороше задоволення, велике задоволення від сьогоднішніх змагань. Хотіли б подякувати організаторам за те, що він регулярно кожен рік дає можливість нам отримати таке задоволення тут на Шумбарі. Суддійській колегії, яка дуже, дуже так чітко виконує свої обов'язки і приємно обслуговують команди. Привітати всіх учасників з завершенням цих чудових змагань. Ще нам не опубліковано, не сказали, але я так думаю, ми заочно привітаємо і переможців, які команди, які перемогли в цих змаганнях. Ну і Шумбар знову доказав, що це озеро, де потрібно грати в шахмати, а не в масу, масовість, кидай побільше, подальше. Зокрема, по нашому сектору дуже-дуже цікаво, дуже показали себе саме ті точки інколи, на які не розраховували.
Тобто знову-знову все міняється з кожним роком. І не забуває дивувати шумбар. У зв'язку з тим, що похолодало, рибка пішла трошки глибше. Під берегом її так і не було, як ми чекали. Цікаво, цікаво. Кожен раз по-іншому показує себе шумбар. Ну все. Фініш. А ти? До наступних зустрічей. Маю надію, що наступного року так само сюди попадемо. Хотілося б важчий сектор. Так, і відкривати сезон, і закривати сезон. Важчий по кількості виловлених. Так, і трошечки важчий, так. Все, подяка ще раз організаторам. Ну і всім командам, які подолали по 2000 кілометрів, це також нелегко. Pozdravljam ispred našeg kluba Korena Karlovac iz Hrvatije, odavde sa jezera Šumbar. Mnogo pozdravljam učesnike ovog turnira i želio bi da bude ovo tradicionalno kao svake godine. Turnir je dosta jak i uhvatile su dosta velikih riba. Mislim da je ono što je najbitnije da je svaki učesnik zadovoljan i zadovoljno ode sa našeg jezera što uhvati svoj osobni rekord i to je nama i najdraže što će svaki učesnik biti zadovoljan što će proći sa našeg jezera zadovoljan.
Mislim da je ono najbitnije što mi možemo dati ovdje, to je da možete uhvatiti što većeg karpa, da se ugodno osjećate u ovoj našoj prirodi, na ovom jezeru Šumbar, da se lijepo osjećate u Hrvatskoj i da sa lijepim dojmovima možete se vratiti svom domu, svojoj kući, od kuda jeste. Dođite nam opet sljedeće godine. Deseto mjesto, Zolotoj Karas, sa ulovljenih 17,88 kg. Deveto mjesto, Apsolut, sa uhvaćenih 20,12 kg. Osmo mjesto, Tehnokarp, sa ulovljenih 26,10 kg. Sedmo mjesto, Lviv Team, sa ulovljenih 62,06 kg. Šesto mjesto, Stadis, sa ulovljenih 77,54 kg. Peto mjesto, Udača, sa ulovljenih 119,86 kg. Četvrto mjesto, Desporter, sa ulovljenih 138,60 kg. Najveći šaran, Big Fish, ulovila je ekipa Desporter, a težak je 30,60 kg. Также призовой фонд в размере 1200 евро. Женька, подойди на минутку. Станьте. Сережа, сделай фотку. Третье место. Заузела экипа Хортица Ника со уловлений 150,48 кг. Ну, подкрались, ну, я пойду за. Нет, так мы крались, я взяли. Нет, так медали реализованы. Да, ну, два, ну, я вообще. Нет, так оно... Не, 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 Zauzela ekipa Petrovići sa ulovljenih 212,30 kg. Rezultate na stičarama. Kamu je interesno u tom. Все, медаль-то получили. Да. Они же не только медаль, но они медалькам получили. А? Вы добрались? Да, ты думаешь, они поделят? Там чуть-чуть они разделят. Да. То есть MB Car Collection со ухваченных 318,48 кг. Не пускать! Все, хватит! Достаточно! Три первых места! Это только второе. Сумма призывного фонда... Все, третье, последнее. Хотелось, конечно, Валда... Но не сбрил! Да, не сбрил! Мало! Mislim da ste svi zadovoljni našim jezerom, našim suđenjem i sve ostalo što ide uz jedno takmičenje. Mi se trudimo da što bolje napravimo i organiziramo da se vi što bolje osjećate. Tako vam želim svima sretan put, da se vratite svi zdravo i sretno kući i da se vidimo opet sljedeće godine.
Спасибо.